Стой! Кто входит в Блэк Марш? В ловушку? Значит, ты, как и все мы, заперта в этом бесконечном кошмаре. Мы здесь уже так давно в ее полной власти. Я уже почти не помню, как было раньше. Есть один дух, который хочет освободить нас. Ты не могла бы помочь ему, если только это возможно. Слушайте меня, она воплощение зла. Она сотворила столько ужасных дел, не сосчитать. Я даже не решусь их перечислить. Наших... Я больше не буду, хозяйка. Обещаю. Нужно сообщить об этом стражникам. Стены тебя не защитят! Выходи! И поплатись за свое зло! Мы тебя больше не боимся! Ведьма спряталась! Ломайте дверь! Осторожно, друзья! В берлоге баронессы злая сила, и она об этом знает! Мы ворвемся и погибнем! А это кто идет? Новые приспешники баронессы? Или новые беспомощные души, которые она замучила? Я не знаю, кто такие серые стражи, но ты явно не отсюда родом. Пожалуй, это знак. Я справедливость, и меня глубоко возмутили злые дела, которые творят здесь с этим бедным народом. Я хочу помочь им. Когда-то мы жили в настоящем мире, а баронесса правила нами. Она отнимала наших детей и забирала у них кровь, чтобы творить темную злую магию. А когда мы сожгли ее особняк, она наложила на нас последнее заклятие, и наши души попали сюда. С тех пор мы у нее в плену и должны ей повиноваться. Нам баронесса ничем не насолила. Предлагаю двинуться дальше, а люди эти пусть делают, что хотят. Скажи, незнакомка, поможешь ты нам в этом правом деле? Коли ты серый страж, значит, боец хоть куда. Так что нам твоя помощь будет очень кстати. Из мира смертных, как и все эти люди. Мы жили в деревне на черных болотах, а баронесса правила нами. Это было так давно, сейчас кажется, что это был просто сон. В конце концов, мы встали на борьбу с ее злом. И вот что она с нами сделала. А что случилось с нашими семьями, не могу и вообразить. Неужели прошло так много времени? Сколько лет нас здесь держали? Крепись, добрая женщина. Справедливость позаботится, чтобы тебя освободили и отомстили за тебя. Ты поможешь нам, чужестранка? Если здесь суждено восстановить справедливость, то без тебя не обойтись. Значит, у нас хватит войск, чтобы атаковать баронессу. О, откровенный вызов. Мне это нравится. Меньше говорим, больше убиваем. Они только сказали, что она злобная и могущественная ведьма. Неужели мы и вправду хотим с ней сражаться? Вот это мысль. Ну ладно, ты меня убедила. Признаю, что-то разумное в этом плане все же есть. Я намерен штурмовать ворота. Ты готова? Добрые люди, мы вызываем ведьму на бой! С
Слишком долго ее преступления оставались безнаказанными. Пришла пора вернуть вам свободу! Ну-ну. Сначала вопили снаружи, а теперь и сюда решили вломиться. И даже не дождались приглашения. Нечестивая ведьма, ты освободишь этих несчастных и предашься в руки правосудия. Правосудие? Ты так это называешь? А сжечь дотла мой дом и меня с ним тоже правосудие? За то, что ты похищала наших детей и питала их кровью свое тщеславие. Я в своем праве. Вы жили на моей земле. Я ваш законный правитель. Ваша кровь была моей, и ваши жизни тоже мои. Что это значит? Эти жалкие глупцы умудрились набрать себе новых сторонников? Баронесса, мы теперь не одни. Твоему правлению конец. Какое совпадение? Я тоже больше не одна. Мой путь через завесу начнется победой над тобой и твоими союзниками. А потом и матушка поплатится. Серый страж хочет мира, вот не верится. Надо с этим покончить немедленно. Серый страж куда опасней, чем ты думаешь. В самом деле? Как тебе будет угодно, тварь? Убей их и получишь желанную награду. Довольно! В бой! Разделался. Их слишком много. Кажется, меня тянет назад через завесу. Скорее, пока не поздно. О, я разорву завесу. Еще как. Я всех их назад отправлю. А ты? Твоя жизнь даст мне силы. Нет, нет. Thank you.
Что? Где я? Что происходит? Нет, это мир смертных. За завесой. А это смертное тело. Я в ловушке. Ведьма в злобе своей прорвала завесу. И всех нас втянула сюда. Она тоже вернулась в этот мир. Ты не чувствуешь? Баронесса рядом. Ты не так меня поняла. Баронесса непростая смертная, как ты или те бедные крестьяне в плену. Тогда она была смертна. Но теперь... это демон гордыни. Она стала такой, чтобы тянуть соки из смертных. Но здесь, в вашем мире, она будет чем-то большим. Я не знаю, почему я оказался в этом теле. Это был не мой выбор, уверяю. Завеса прорвана, и дыры следует закрыть, иначе в мир рекой хлынут демоны. Я могу на время изменить ваше оружие, чтобы оно могло отражать магию тени. Но если мы будем биться с баронессой, медлить нельзя. Да. Да. Нагово дерьмо.